Сегодня! Сегодня у нас 21 января 2023 года. Сегодня состоятся соревнования «Степные просторы» по спортивному туризму. У нас пройдет дистанция 3 класса в виде короткой дистанции. Народному это джип-спринт. Джип-спринт, трасса у нас длиной 2 километра получилась. Такие есть интересные препятствия. Делали, старались, чтобы это любая стандартная полноприводная машина могла пройти. В принципе, будет быстро, интересно, динамично. Я думаю, всем должно понравиться. Участников у нас заявилось в эту трассу на данный момент 20 машин, 20 экипажей, все в разные развесовки, 4 категории. Это Нивы, УАЗ, иномарки до 2 тонн, иномарки свыше 2 тонн. Посмотрим, как они будут ездить. Здравствуйте, а вы с какого города, как часто участвуете? Смелый первый на тренировку поедет. Очень часто участвую. Кстати, спонсор этого видео, этого мероприятия, такелажная компания Т+. Все для бездорожья. Динамки, трассы, шаклы, не знаю, чехлы, все у них есть. Компания молодцы. Ну, это у нас пробный круг. Вот Дмитрий, Шевик, лифт, 2 самоблока. Грязевая у тебя резина? Да, занижение. Бодилифт 5 сантиметров. Вот. И просто проедем по кругу. У нас в 12 начинается старт. 15 градусов мороза, снега прилично, колейность есть у нас. Быстро не разгонишься, улетишь. На камере всегда кажется, что, ну, блин, что так медленно, надо газовать. А на самом деле здесь и кочки. Ямочки, спуски. Быстро, как понимаете, ну, или ударишься, или слетишь, или слетишь, или время получишь. Да, штрафное время. Едем с Артемом на УАЗе, тоже покажем маршрут. Вот. Расскажи про УАЗ свой, какие доработки, что у тебя нового? Полностью стоковая машина. Ясно, резина, что у тебя сейчас туда? Зима шипованная. Не, травил, нет? Травил? Ну, там чуть-чуть. Чуть-чуть. Ясно. Движок у тебя? 9. Ну, в УАЗе вот, то есть вот на этом... Это вам не шевик, ребят. Это уже у вас. Пожестче, конечно. Однозначно пожестче. На шевике было все как-то более комфортно. Вот. Ну, у вас, конечно, у нас. Настоящие мужики, мужики водят у вас. Я смотрю, вы здесь с ребенком приехали, да, покататься? Да, приехали, увидели рекламку, на ваш канал подписаны. Приехали. Спасибо. С плюшками покататься, да посмотреть, как участвуют джипы. Ну, ребят, да. Знакомых встретили, на снегоходе покатались, прокатнули нас, эндуристов встретили, сам тоже катаюсь. Да, вот классно. Так вот. Приручаем детей с молоду. Все правильно. Спорту. Нет, самое главное, сегодня погода такая прекрасная, да? Тепло, минус 15 где-то примерно, ветра нету. Вот. Приехать так же вот с детьми покататься на плюшках. И вот, ребята, давай, молодца. Давай, вот. В дальнейшем ладно. Горячий чай. Да, горячий чай. Сосиски. Шашлык жареные. У нас будет в 4 часа. 10 килограмм мяса замочили, так что у нас все впереди. Отлично. Ладно, будьте все здоровы. Хорошо, с праздником тебя. Здорово! Привет! Тогда скатемся! Ходи!
Спасибо тебе, было прикольно прокатнуться. Машина, конечно, интересная. Но нужно на ней все равно уметь чувствовать ее. Как говорится, перевернуться, да, легко. Легко. Да, надо на всем уметь. Поэтому приезжайте, участвуйте, чтобы уметь кататься на всем, правильно? Хоть на велосипедах, хоть на коньках. Надо всегда участвовать. Здесь здорово, приезжайте. Да. Тачка, да? Ну, надеюсь, обзорчик снимем на этот автомобиль. Очень интересно. Сейчас у нас заезд УАЗов. УАЗа, потом Нива поедут. Сейчас стартует Артем. Финиширует первый УАЗ. Прыжки. Уже тепло стало. Люди, как видите, приезжают, стоят, приезжают с детьми, берут плюшки. Вот. У нас сейчас основная масса откатается, уже стол накрытый. Можно прийти, чаек попить, самовара попить. Будем мясо жарить. Ребята там хинкали варят. Ну, каждый проводит время так, как умеет. Мы проводим время, ну, вот так вот. Нам это нравится. Кому нравится, присоединяйтесь. Переходите в телеграм-канал Нива 007. В телеграм-канале наберите Нива 007. Там тоже выкладываем, когда мы куда-то выезжаем, какие-то у нас мероприятия. И там всегда можете задать вопросы, пообщаться. Всегда рад с вами пообщаться и ответить на ваши вопросы. Между прочим, нас там уже, ну, прилично. Почти со всей страны какую-то тему затрагиваем, пишем. То есть ребята нам в описании свои видео скидывают. Короче, общаемся. Общий интерес есть. Так что присоединяйтесь. Телеграм-канал Нива 007. Сейчас у нас стартует Дмитрий. Готов. Старт.
нас что-то так тепло стало. Где-то, наверное, минус 5. Тепло очень хорошо. Жарко, все мокрые. По кругу покатался на своей машине. Сейчас заезд у нас, едут Нивы. Невасик у нас в стоке, переделанный на инжектор. Это у нас автосервис 56. Взяли поучаствовать автомобиль. Посмотрим, как проедет стоковый. О, пошел хорошо. Не стесняется. Вот у нас Антоха отремонтировал автомобиль. Давно не участвовал. То раздатка, то кузов уже не выдерживает. Все-таки для Нивы большие колеса, все-таки большая нагрузка. Ставите большие широкие колеса, не выдерживают. Антоха, про тебя рассказываю. Говорю, все-таки большие колеса для Нивы это, ну, зло. Это зло. Рано или поздно, как только не усиливай. То есть колеса ставишь, усиленные полуоси, если... начинает другое. Если это выдерживает, начинает кузов рваться. По-любому, да, слабое место какое-то находится. Ну, это твой совет. Стоит строить такие машины? Ну, смотря для чего, какие цели. Ну, например, вот так же, как и мы вот катаемся по полям, например. Ну, чтобы просто кататься, я думаю, 29-х за глаза колес. Ну, да. А у тебя один фиг все равно будет что-то ломаться. У тебя сейчас какие стоят? 31-е. 31-е. Вот. То раздатка, то коробка, то мосты. Редуктора. Да. Ну, все уже, по-моему, все, что можно. Да. Так что, вот вам автомобиль, пример. А там, как говорится, мы вас не заставляем, думайте сами, да? Кого какие цели? Ну да. Хорошо катится, хорошо. И старт хороший был. И на пороге здесь не сел. Практика хорошая. Потихонечку на прямой кат. Так, ребята, у нас мероприятие, в принципе, закончилось. Сейчас будет подводить итоги, вручение призов. Но пока мы готовимся жарить мясо, пить чай, занимаемся перетягиванием. То есть мероприятие в самом разгаре. Так что присоединяйтесь к нам, переходите в телеграм-канал Нива 07. Там мы всегда вас оповестим про наши какие-либо мероприятия, где будут проходить. Телеграм Нива 07. Бьются до последнего! Давай! Давай! 4,5 килограмма здесь замоченное мясо. Очень удобно, в 5-литровочку как раз помещается с бульончиком, с рассольчиком. И вот так. Потом вскрываешь. Очень удобненько. И перевозить, и перемешивать, да? Здесь у нас уже мангалы растоплены, здесь мясо греется, так что процесс идет. Все, поедем, давай. Он, блин, не побеждает, я поеду. Раз, два, три, поехали! Опа! Давай! Паша, передай, бери! У тебя не стоит, Паша! Он стоит, ничего не знаешь! У меня в силу возраста! Уважаемые подписчики, ставьте лайки, колокольчик. У нас сегодня день рождения Виталий Сергеевич. Нива 007. Ставьте лайки там, эти, не забудьте колокольчик.
Виталий Сергеевич, тебе большого здоровья и крепких этих полуосей. Я понял. С гранатами и со всеми запчастями вместе. Спасибо. Спасибо. Поздравляем. Давай, поздравляем. Давай, спасибо, ребят. Давай. Спасибо, спасибо. Давай. Все. Всем спасибо, всем большое за участие, то, что общаемся, Виталий, выезжаем. Молодец. Так что эту движуху. Вы тоже красавчики. Все, будьте здоровы все. В общем, всех поздравляю с завершением первого этапа 2023 года степных просторов. Все отказали хорошо. Особо происшествий у нас никаких не было, помимо небольших поломок. Но это, как обычно, бывает и на обычных выездах. А начнем с пятого места. Пятое место у нас занял Матвеев Алексей на автомобиле Toyota Prado 120. Пятое место. Поздравляем. Четвертое место. Также Toyota Prado. Коржин Михаил Сергеевич. Третьему месту со временем 8 минут 18 секунд и 35 сотых Цыганов Даниил Владимирович. Toyota Халюк. Спасибо. Повернись. Вот. Красавчики. Семьей. Жамандинов Роман. Со временем 8:11:09. 10. Второе место. Поздравляем, ребята. Штурман помогал. Штурман был. Штурману тоже мы дадим медальку, пусть нет. Штурман, конечно, он подсказывал. Молодцы. Ребята, аплодисменты. Захаров Андрей. Красавца! 8:03:03! Он порвал этот полигон! Огнетушитель обязательно пусть будет! Класс! У вас! Четвертое место! Гусев Алексей! Время 10:51! Молодец! Молодцы, молодцы. В этом выиграли. Вот она память поиграла. На огнетушитель только не... Второе место у нас занимает Лаврухин Артем. Со временем 8 минут 15 секунд. Втором, да, на двух горшках, ребята. Ну, так бывает. Ну, поздравляем. И переходим к первому месту. Первое место у нас занял Петрунин Дмитрий. Со временем 7:32. На допинг проверить! Он на темной стороне! А время-то хоть скажи. 7:32. Ты что, брат? Ну так кто там порвал-то полигон? Наш! УАЗ! УАЗ! А что, братан? УАЗ, сила! Молодцы, ребята! У вас есть куда строить! Лютый класс, который никогда не уступает, это класс Нива! Четвертое место. Горбунов Александр со временем... 19 минут. 19 минут. Серьезное время. Он приехал на трех горшках. Третье место. Копылов Андрей со временем... 14 минут 28. Аплодисменты! Поддержим, молодцы. Зубов Дмитрий, второе место. 10:46. Время. Дима, ты молодец. И как всегда в лидерах, твоя Нива. Первое место, ребята, интрига. Не такого, не у вас, а Нива. Марунов Алексей. Время, молодцы, ребят, с дебютом вас. Молодцы! Молодцы! Красавчики, пацаны!
воздушном автомобиле. Категория иномарки до 2 тонн. Пятое место. Знаток немецких автомобилей Корсталев Алексей. Занимает на своей просе. Время 9.11. Четвертое место. Обладатель американского внедорожника Jeep Compass. Карагодин Алексей. Время 8.44. Третье место. Карпейкин Алексей на Рено Дастер. Молодец, Алексей. Время 8.19. Штурман, где мой? Иди на гибель копать. Второе место. Кузнецов Виктор. Тойота Фортюнер. Или Фортунер. Но она вам помогла, Фортуна ваша. Время 8.10. Пейте почаще, собирайтесь. У нас хорошая обстановка. У нас у всех хорошее настроение, правда? Правда? Нет? Да! Морозов Алексей на Рено Дастере. Ну, это извечный победитель. Морозов Алексей на Рено Дастер. Старались. Леха, ты молодец. Красавчик. А время хочешь узнать свое? Ну, сколько? Время 7.58. 2 по 3. 59. Вокруг стабильно прошло. Возможно. Да. Со стабильными показателями этот человек завоевывает уже неоднократно призовые места. Спасибо. Аплодисменты! У нас есть утешительный приз. Зрительских симпатий вручается Захаровой Наталье. Поэтому, чтобы сбить огонь страстей, вот вам огнетушитель. Номинация «Позор дня». Ну почему же? Молодцы. Не, вообще, итак, я вчера обещала мужу, что я ему сегодня проиграю. Ну, то, что я ушатаю его тачку, я ему не обещала. Клуб «Орин Тур», который организовали эти мероприятия, они большие молодцы. Они с большим энтузиазмом подходят к решению этих вопросов. Молодцы. Молодцы. Дай Бог. Спасибо. Больше и чаще. Организовывайте мероприятия. Я уйду, поэтому давайте. С вами был диджей Артем. Так что приходите к нам еще, скучно не будет. Совместно с компанией Т-Плюс, которая предоставила буксировочный трос 6 тонн 4,5 метра для того, чтобы разыграть между вами моими подписчиками. Условия просты. Первое. Вы должны быть подписаны на мой YouTube канал Нива 007. Второе. Как можно больше оставляем комментарии под это видео. Для того, чтобы потом рандомно выпало именно на вас, чтобы вы получили этот буксировочный трос. Третье. Переходим в мой телеграм-канал, где и определим победить. Условия просты. Телеграм-канал Нива 007. Следите, пишите мне комментарии, где мы с вами можем общаться. В конце месяца разыграем рандомно. И друзей больше нет. И в гостиной при свечах он танцевал как гол. Но зато менялся на глазах. Только вспомнить шум дорог. Все, что имел, тут же тратил и за порог сделал шаг. Мой друг давал команду братьям, вверх поднимая кулак. Ты летящий вдаль, вдаль, ангел. Ты летящий вдаль, вдаль, ангел. Ты один только друг, друг на все времена. Немного таких среди нас. Ты летящий вдаль, беспечный ангел.